облыстардын ауыл шаруашылык башкармаларынын алдын ала деректери боюнча, республика боюнча 2013 жылы ауыл шаруашылык дақылдарын 24,4 миллион гектар алқапта орналасуу жоспарланып отыр. Бул 2012 жылғы деңгейімен шамалас. Бұл ақпараттардың ақиқатқа барынша жақын екенін айтуға болады. Оған кейінгі 2 жылдағы бақылауды қатайту ықпалын тигізіп отыр. Оның ішінде космостық мониторингті пайдаланумен. Көктемгі егіс алқабы 18,6 миллион гектарды құрайды. Дәнді дақылдар 15,9 миллион гектар, оның ішінде бидай 13 миллион гектар алқабында себіледі. Мемлекет басшысының 2012 жылғы кеңейтілген үкімет отырысында берілген тапсырмасын жүзеге асыру және ауыл шаруашылығы министрлігі, облыс әкімдіктері, Қазагро ұлттық холдингі және Қазагро инновация акционерлік қоғамының арасында жасалған 2012-2016 жылдарға арналған ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алқаптарын әртараптандыру бойынша меморандумдар аясында басым дақылдықтардың алқабын кеңейту есебінен 2012 жылғы деңгеймен салыстырғанда бидай алқабының 468 мың гектар, күріш алқабының 5-7 мың гектар азайы күтілуде. Оның орнына дәндік жүгер алқабы 5-6 мың гектар, басқа дәнді дақылдар алқабы 76-8 мың гектар ұлғаяды. Майлы дақылдар алқабы 2012 жылы 1,9 миллион гектарға жету жоспарланып отыр. Бұл өткен жылғы деңгейден 43 мың гектарға артық. Мал азық дақылдары 3,1 миллион гектарға жоспарланып отыр. Бұл деген сөз былтырғы жылдан 265 мың гектарға артық себілуі жоспарланып отыр. Работа по диверсификации сейчас идет полным ходом. Как я уже отметил, что сокращается монокультура пшеницы, и на ее место приходят зернофуражные и другие культуры, в том числе масличные. В целом, намечаемая общая посевная площадь сельхозкультур соответствует индикативным показателям, предусмотренным меморандумами, а по масличным, кормовым и овощебахчевым культурам превышает их, соответственно, на 38, 60 и 5 тысяч гектаров. Во исполнение поручения главы государства, озвученной в стратегии «Казахстан-2050», акиматам областей необходимо принять меры по расширению посевных площадей приоритетных сельскохозяйственных культур. Тем более, что сейчас все рычаги по субсидированию переданы акиматам, кто-то их активно использует, как, например, в Карагандинской области, где за счет исключения базового субсидирования мягкой пшеницы смогли значительно увеличить государственную поддержку зернофуражных и кормовых культур. В Ахмолинской и Костанайской областях значительно снижен норматив базовой субсидии на пшеницу и, соответственно, повышен на засеваемые по научно обоснованным влагоресурсосберегающим технологиям площади и по масличным культурам, и по кормовым культурам. В то же время другие регионы все еще колеблются. Здесь считаем, что необходимо проявить волю и использовать эти рычаги государственной поддержки для реализации политики диверсификации в растениеводстве. В связи с реализацией программы развития животноводства следует обратить особое внимание на расширение площадей кормовых культур, обеспечение сельхозтоваропроизводителями семенами и специальной техникой для выращивания кормовых культур и кормоприготовления. Необходимо отметить, что допускаются большие расхождения в данных по объемам заготовки кормов оперативной отчетности областей, которые предоставляет Министерство сельского хозяйства, и те данные, между теми данными, которые предоставляются в агентстве по статистике, которые в целом по республике в 2012 году составили более 3 миллионов тенге. По данным, оперативным данным акиматов было заготовлено, к примеру, 15,4 миллиона тонн сена, тогда как по статистическим данным было заготовлено 12 миллионов тенге. В то же время необходимо отметить, хоть и имелись отдельные факты падежа скота, но фактически, несмотря на сложную зиму бескормицы и снижение поголовья не допущено, все эти факты были только индивидуального характера. Однако, учитывая, что такие годы будут повторяться и дальше, надо держать руку на пульсе, и акиматами должны быть приняты меры по недопущению впредь подобных фактов. По данным гидрометслужбы, с учетом фактических осенних запасов влаги в верхнем слое почвы и выпавших зимних осадков, к началу весенне-полевых работ
запасы влаги в почве практически на всей территории страны оптимальны и удовлетворительны. Это создает хорошие предпосылки для получения в текущем году урожая. Об особенностях проведения весеннего сева доложит генеральный директор НПЦ зернового хозяйства имени Бараева господин Касхарбаев. Решены вопросы финансового и материально-технического оснащения весенних полевых работ. В частности, за счет средств бюджетного кредита и средств национального холдинга «Казагро» будут осуществляться кредитование субъектов АПК для проведения весенне-полевых и уборочных работ, кредитование микрокредитных организаций для последующего финансирования сельхозтоваропроизводителей, закуп сельхозпродукции у субъектов АПК. Это финансирование уже началось и идет полным ходом. Об этом доложит председатель правления «Казагро» Айджан Абдулат Нулевич. На субсидирование отрасли растениеводства по всем направлениям в текущем году будет выделено 31,5 миллиардов тенге. И это без учета субсидий на удешевление ставки вознаграждения по лизингу сельскохозяйственной техники и увеличение объема субсидий на удешевление стоимости гербицидов отечественного и зарубежного производства. Как вы знаете, с принятием программы предусматривается увеличение мер государственной поддержки только в этом году на общую сумму 41 миллиарда тенге. Из них около 17,5 миллиарда тенге предусмотрено на субсидирование гербицидов. Поэтому, вот, уважаемый Серик Кнымыч, просим поддержать нас, чтобы мы были уверены в выделении этих денег при уточнении бюджета. И это позволит дать сигнал бизнесу сейчас, что субсидии на гербициды будут увеличены, что позволит увеличение приобретения этих химических препаратов, что благоприятно скажется на будущем урожае. А общий объем субсидий по гербициду предусматривается увеличение в 19 раз только в этом году. Своевременно проработан вопрос обеспечения аграриев республики дизельным топливом на весенние полевые работы в полной потребности порядка 360 тысяч тонн. И цена удешевленного горюче-смазочных материалов будет на 13% дешевле, чем на рынке. Уже идет отпуск по фиксированной цене, который для крестьян составляет в среднем с учетом транспортировки и расходов оператов порядка 90 тенге за литр. По состоянию на 27 марта отгружено около 50 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. На местах необходимо держать на контроле своевременную оплату и выборку льготного дизельного топлива. По вопросу обеспеченности семян в этом году были очень много вопросов, однако уже с начала года многие из них решены, в основном за счет программы кредитования под гарантию СПК. В этом году за счет бюджетного кредита выделяется для этих целей 14 миллиардов тенге, и во многом они будут направлены тем сельхозпроизводителям, у которых не хватает семян. За счет этих средств они могут на рынке и у продкорпорации выкупать эти семена. В то же время до сих пор наблюдается определенный дефицит семян в областях в объеме 32 тысячи тонн, которые по заверениям акиматов будут до начала весенних полевых работ в этих регионах уже решены. Выдача семян сельхозтоваропроизводителям осуществляется продкорпорацией в виде семенной суды под гарантией банка второго уровня. Это соответствующее постановление правительства такое есть. И, пожалуйста, в дальнейшем продкорпорация готова отпускать эти семена. При этом у сельхозтоваропроизводителей имеется возможность воспользоваться любым из вышеперечисленных видов кредитования, не только под гарантию банка второго уровня, но и под те кредиты, которые берутся под гарантии социально-предпринимательских корпораций, по сути, под гарантии акимов без залогов. На эти средства можно приобретать семена. Повсеместно продолжается проверка посевных качеств семян. Проверено 83,9%. Из них 83,3% признаны кондиционными. Темпы подготовки сельскохозяйственной техники выше уровня прошлого года составляют 91% от наличия. В текущем году в посевной кампании будут участвовать более 3000 единиц высокопроизводительных посевных комплексов, что позволит засеять ими около 60% площади зерновых в оптимальные агротехнические сроки.
в целях стимулирования приобретения сельскохозяйственной техники и оказания финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей с текущего года в рамках программы «Агробизнес-2020» начата реализация новой бюджетной программы по удешевлению процентной ставки вознаграждения по лизингу сельскохозяйственной техники. Для этих целей выделено 3 миллиарда тенге, и эти средства могут быть направлены на субсидирование лизинговых программ не только компании «Казагрофинанс», но и любой другой частной лизинговой компании, что позволит расширить возможность приобретения техники в лизинг. Программа предусматривается субсидирование лизинга сельхозтехники со ставкой вознаграждения не более 14%, из которых около 7% будет оплачивать лизингополучатель, а 7% компенсируется за счет республиканского бюджета. При этом субсидированию в приоритетном порядке подлежат лизинг по видам сельхозтехники, в том числе предназначен для заготовки кормов и кормопроизводства, проведения мелиоративных работ, систем капельного орошения и прочие востребованные лизингополучателями сельскохозяйственной техники. В дальнейшем эта программа будет из года в год нарастать, и объемы ее доведутся до 20-25 миллиардов тенге в год. Необходимо отметить, что до сего времени не решен вопрос касательно выделения Казахстану квоты на ввоз зерноуборочных комбайнов дальнего зарубежья, так как сейчас есть решение коллегии Евразийской экономической комиссии, пошлины в отношении импорта зерноуборочных комбайнов повышены на 27,5%, что в принципе очень негативно отражается на вопросе обеспечения машино-тракторным парком наших сельхозтоваропроизводителей. Мы сейчас ждем о том, что этот вопрос будет решен, что в целом очень положительно повлияет. В настоящее время области южного региона уже приступили к проведению весенне-полевых работ. Темпы выше прошлогодних. Закрытие влаги проведено на 57% намеченных площадей. Предпосевная обработка на 41%. Вот на этом слайде уже видно. Яровые зерновые посеяны на площади 83 тысяч гектаров, это 23%. Масличные культуры на площади 31 тысяч гектаров, это 9%. Овощи, бахчевые, картофель посеяны на 14 тысяч гектаров, 6%. И многолетние травы на площади около 35 тысяч гектаров. В северном регионе к этим работам приступит примерно в середине мая, поэтому еще есть возможность в случае возникновения каких-либо вопросов их своевременно решить. Из 542 тысячи посевов озимых зерновых культур по итогам перезимовки есть погибшие на 17 тысяч гектаров. Из 525 тысяч гектаров сохранившихся посевов в хорошем состоянии находится 41%, в удовлетворительном состоянии 48%. В принципе, это тоже хорошие данные. Теперь перед аграрием стоят задачи максимально также применять новые технологии по влагоресурсосбережению, особенно на юге. Применение стоят очень актуальные вопросы капельного орошения и также других технологий орошения, по которым в последние годы наблюдается очень хорошая динамика. Если по итогам прошлого года у нас было 28,1 тысяча гектаров капельного орошения, то в этом году планируется уже на 43,5 тысяч гектаров, то есть рост на более чем 50%. Из них 70% приходится на Южно-Казахстанскую область, где динамика наблюдается тоже очень активная. В этом году планируется, что эти площади вырастут от 20 тысяч до 33 тысяч гектаров. В 2012 году зерновые культуры с применением влагоресурсосберегающих технологий в целом в республике возделывались на 12,4 миллиона гектаров или 77% зернового клина. В заключение я хотел сказать, что эти вопросы необходимо и дальнейшим акиматам держать на особом контроле. Как я уже сказал, основные регионы по весенним полевым работам выйдут примерно еще через месяц, поэтому еще есть время, и мы также готовы оказывать в этом содействие. Спасибо за внимание.